Блин, мне она позвонила и, короче, все сбилось. Чего ты хотела? Настрой мне его. Стань на этом, просто что ты кажешься. А с этим тоже что-то не то. А ну, сейчас совсем все что-то не то. Да, отвали. Кардио. Сука. Я уже тут все перетыкала. Сейчас кого-то. Оставь. Ну вот и ходи. Бля. Да, и чё, пауза. Встань на другой. Он какой-то отстойный. Сейчас сделаю, блин. Разберешься, может? А я пойду сделаю. Этот не работает, Аня. Все работает. Дрищ чё. ЛБС. А, ну это нормально. Ага. Ну вот у тебя вроде чудо поперло. Это калории, левел. Все. Старт, хентер. Все, все. Топаем. Если что, на другой встань. Блин, а. Вот смотрите, как круто. Тренажерка, да? Можно в кафешку прыгнуть отсюда. Хоп. И банку так. Оп. С зимой. Трапец, что ли? Или что ты хочешь? Да, я давно купил. Качество говна. Ну, может, там связь была дебильная. Парни. Девушки. Не знаю, кто меня смотрит. Что там видно? Блин. Во. Я умер. У меня поясница отказывает. Да шорты где угодно можно купить. Трапецию. Берешь гантельки, блин, и подтягиваешь. Не завезли. Блин, Щукин, что там написали? Я не прочитал, ребят.
вообще охуенные. Пока что как-то так в зале. Видите, пусто. Ничего нет. Штанга. Ну и тут пару тренажеров. Так. Дельты. Бонко. Бля, это жирный. Че, по кардио делаю? Слушай, я люблю степ. Я лучше степ. Но сейчас, наверное, немножко таким кроссфитовским буду заниматься. А сейчас, наверное, тренажер попробую. Сейчас уберу эту всю хрень. Да пришла она на кардио пошла. 45 минут топать. На сушку, слушай, да я не знаю. Так я уже на сушке. Ну, типа на сушке, я сейчас диету буду держать круглый год. Блин, я опять не прочел, что там дальше, пока отвечал. Вот сушит, а? Не, недавно. Бля, я так не подниму. Ну-ка, погодите. На пол уронил. Бля, ну я это так и ставлю. Никому, я думаю, мешать не будет. Сейчас пойду на упражнение следующее. Спинку изоляции пробивать. Хватит мне силовой. Я не знаю, там связь может дебильная будет. И будет хреново ловить. Ну, задавайте пока вопросы, я отвечу. Вот на супер упражнение пойду. Вы работаете здесь? Работаешь? А много? Много тебе? Не, ну вы втроем. А, ну ладно, делайте. Но. Может быть четвертый. Не-не-не-не-не. А много вам еще? Да? Да. Да я не знаю. А вам сюда надо? Ну вы ладно, сделайте, я после вас сделаю. А это секретная информация. Кох, это вообще кто? Я в универ, вас во вторник приеду. Посмотри, что как там. Слушайте, а клен такая штука, короче. Я посоветую, знаете, как его кушать на сушке? Брать в комбинацию с юхенбином, чтобы лучше всего результат был. И начинать с одной таблетки клена. С утра. А потом, короче, на следующий день также одну. Потом, когда привыкание идет, то есть руки перестают дрожать, увеличиваете до 2 или 1,5. Но 2 таблетки или 1,5 вы кушаете, одну съели с утра натощак, ну, либо запили водой. Вторую вы съели где-то через 1-2 часа. Сразу 2 не кидайте. Ну и можно добавить юхенбин. Блин, здесь я вообще не знаю, как я буду себя снимать. А потом, соответственно, увеличивайте. Обязательно давайте отдых 2 дня в неделю. Блин, это не то. А, вон оно. 2 раза в неделю отдыхайте от клена. Это просто обязательно. Просто у вас привыкание выйдет, и потом охереете. Ничего работать вообще не будет. Не подсохнуть будет вам вообще. Поэтому аккуратно с пленом. Все в меру. Организму давайте отдыхать обязательно. Не жрите его тоннами. Не надо есть без перерыва, если даже там кто-то вам говорит, кушайте его на сушке. Это вообще нужно обязательно. Это вообще правильно. Обязательно давайте от жиросжигателя перерыв. Обязательно. 2 раза в неделю как минимум. То есть 5 раз в неделю вы можете кушать. 2 дня отдыхать. Либо, как я делаю, 2 дня или 3 я кушаю, день или 2 даю отдыха. Да. А что?
Лоб красный, да? Бля, как будто в лобешник дали. Вы закончили, да? Крутяк. Ребята, я не знаю, как я это снимать буду себя. А я знаю как. Если я не уроню тренажер. Хоп. Бля, если я уроню, у меня и айфон улетит. Будете смотреть, как я делаю. Вот такой вот я пока жирный. Жиртреск. Поезд пассажирный. Как зеркало получается. Надо прибавить немножко. Можете задавать вопросы, но все равно человек 7, уже 8. А я отвечу. Что вы хотите знать? У меня вот. Я около минутки отдохну. Сами могу поговорить. Здесь связь, что ли, плохая? Связь плохая. А здесь больше ничего нету. Какой нахер Energy Diet? Вы прикалываетесь совсем? Чего, блядь? Пей протеины, а не энергетит. Отстойнейший. Дельты, у меня завтра руки. Спасибо. Послезавтра у меня будут плечи. Могу по плечам дать какую-нибудь тренировку посмотреть. Будут сечь. Ну тогда во вторник будет тренировка плеч. А еще я подход сделаю. А это кто? Это кто? А кто это пишет? Ты прикалываешься, я к нему не пойду на пару. Я у него год не был. Он меня вообще, я не знаю, двойку поставит. Я лучше к декану сразу пойду. Он меня терпеть не может. Что-то у меня поясница вообще отказывает. А что я тебе про плечи расскажу? Так а ты тренируй их в суперсете, дропсете. Не тренируй их по подходу и по одному упражнению. А может я это пересознам? Давайте я с вами свяжусь на следующем упражнении. А пока я нормальный подход сделаю. Ну хер знает, у кого какой отказ. Кто-то лениво очень делает, а кто-то делает нормально. Все, всем пока. Я думаю, я еще свяжусь с вами на тренировке.